Друзья, приветствую всех на канале Просто Дима. Я был сегодня в конфискате, снимал для вас обзор еженедельный. Ну и по традиции заехал в навигатор. Тут по дороге это находится. Автохаус. Тоже посмотреть, может что-то здесь есть новое. Поэтому, друзья, сейчас посмотрим. Предлагаю на том, что было на прошлой неделе, старичкам, так сказать, просто посмотрим, что осталось, а новинки посмотрим там более подробно. Ну, вот эти сразу Chevrolet Avia, это уже тут давно. 3950, цены в долларах, само собой. Citroen, это C5, 2.2 дизель. Неплохой, конечно, но цена 4750, даже для универсала дороговато, я считаю. Дальше идем. Мультипла 2005 на метане, 4050, тоже достаточно давно. Туран вот этот 14 года, 8900, тоже уже достаточно давно тут стоит, что-то никак он не продастся. Ну такая комплектация бедненькая, да и мотор 1.2. А6C5 тоже не новинка, 5850. 2.5 дизель, 2002 год на механике, шестиступенчатый. Passat вот этот вот, тоже достаточно давно, показывал его, 2.150 бензиновый, дороговато. Так, Омега, что-то ценник убрали, 2.2 дизель, она, по-моему, 2.250. Омега Б, это уже при Сталинге. Черного цвета. Ну, по кузову там вопросы. Вот, по-моему, новинка вот это Citroen Xara Picasso 2001 года. Дизельный, ребята, двухлитровый. Пятиступенчатая механика. 3699. Велюровый салончик. Магнитолка какая-то. Пионер. Ну, понятно, подготовленный. Ну, дизель, ребята, дизель сейчас актуален. С такими ценами на топливо. Тут расход будет 4,5-5 литров. Хороший салон. Трансформер. Ну да, походу, вот крылья, бампера освежались. Ну так, вроде бы, чисто визуально, не сильно страшный. Нету, помните, тут стоял мини-купер. Не знаю, продали. А вот этот глазастик 1550 стоит. Ох, у кого-то тут тосол или антифриз вытекал. Так, вот этот вот дизельный Passat 2350. 1.9 дизель. Надо сказать, ничего такое еще внешне. Так, вот Honda CR-V 2.4 бензин автомат 2009, 10.350. Велюр автомат. Хорошая машина, вопросов нет. Надежный японец, крепкий. 1900 что ли за этот хотят. Дракон. УАЗик. Так, Passat B8 очень хороший, в хорошей комплектации, 18 года выпуска, 22950 долларов. Но уже тоже он тут застоялся. Но цена, ребята, при нынешнем курсе, это, конечно, цена сумасшедшая. Так, Матис я показала. Вот, ребята, появилась, смотрите, тоже C5 Audi A6. Но это уже, наверное, в рестайлинг. На коже, на автомате, кожаный, но не мультируль обычный, с круизом, с климатроником, с большим мониторчиком уже, с мультимедией. 2003 год, 2.5 дизель, АКПП, 6.250. Дороговато, конечно, даже за рестайлинг. Ну, крылья наверняка эти крашеные. Но салон, ребята, в неплохом состоянии. Не похоже, чтобы он перетягивался. Кожа похожа на оригинальную.
Ну, может, я ошибаюсь, конечно, но чисто визуально не похоже, чтобы он перетягивался. Как бы по салону неплохая. Передние, задние стеклоподъемники, ну, наверное, тут электросиденье. Ну, по кузову надо сказать. Ага, вот тут вот на задней арке жук, ну и там, скорее всего, шпаклевка. Тут, не знаю, похоже на пленку, но не уверен. Шторка есть. Багажник тут огромный. Была у меня такая, только в Дори Стайлинге и бензиновая. Хорошая машина. Очень положительные у меня остались они ощущения. Ну, единственный ее нюанс, конечно, это годы. Все-таки, как ни крути, как ни верти, больше 20 лет машине. Ну, это чуть меньше, но моей было больше 20. Мерс. Цешка 220, 2.2 дизель, 97 год. Механика 2750. Ну, тут явно слой шпаклевки. Ну, это же Мерседес. Он не может быть не гнилой. Не обижайтесь, любители Мерседеса. Я вот этот, имею в виду вот эти вот Цешки, Ешки. Вот этих вот годов лохматых. Механика, магнитолка, тряпичный салон, передние стеклоподъемники, сзади ручки. Ну да, тут его подшаманили. Арки, пороги. Это у них больные. Хотя машина, конечно, мотор, коробка тут. Что механика, что автомат неубиваемые. Дальше идем. Renault Espace, 98 год, бензиновая. 2750, это уже давно тут. А, вот что-то пропустил. Микроб. Nissan Микроб. ЦПИ. Не знаю, что такое ЦПИ. Ну, по-видимому, бензиновая. Веселенький такой бежевый салончик. Блин, такие сидушки, конечно, как просто какие-то как подушки, блин. Ну, тут понятно. Оригинальная магнитола. Так. Да нет, ребята, дизель. Что это за дизель такой? Ну, ни хрена дизель этот 1.5. ДЦИ 1.5, а там какой-то ЦПИ, фиг поймешь. Может, комплектация просто. 3750 за 2003 год. Хорошая машина. Одного из моих подписчиков. Кстати, управление на руле и кожаный мультируль. Механика. У одного из моих подписчиков такая машина. Типа, привет. Встречались мы с ним. Вот. Дальше дизельный вот этот вот еще один Espace. 3450, 2.2 дизель. Ну, это Grand Espace, то есть побольше такая версия, подлиннее. Но тоже уже тут он задержался. Ровер этот лохматый достаточно такой. 1350 кредит лизинг. Еще один Espace, двухлитровый бензиновый, на механике 3250. Тряпочка такая. Мерц 123 старичок, 300 дизель, что давно тут корни пускает. Ну, за него многовато хотят, хотя машина неплохая, конечно. ML 420 4-литровый дизельный 2007 года, 13500 уже тут давно. И вот, ребята, Mitsubishi Space Gear. Такой японский минивэн. Или даже бус, можно сказать. 97 года, 2.0 бензин-газ. Пятиступенчатая механика. 97 год, 3650. Ну да, полноценный такой большой минивэн. Неплохой, кстати, в салоне. Много места. Ох, какие там
Два сиденья, еще третье такое приставное. Шторки. Сзади ряд сидений. Для охотника, рыбака, конечно, машина неплохая, честно вам скажу. Да, вот видите, какие там диваны. Можно разложить и вполне тут вдвоем, а может, если не очень толстые, и втроем спать. Ну и да, тут ровный пол получается, то есть удобная машина для каких-то дальних, длительных поездок на природу и так далее. Ну понятно, что подготовленный к продаже. В принципе, ничего плохого не могу сказать об этой машине. Достаточно надежная, если не еще дизельные версии. Вот. Ну, дизельная, может, была еще там что такое, коробка на руле, как в американцах. Может быть, была бы и поинтереснее, но бензин-газ тоже неплохо. Ну и вот этот вот двухлитровый Mercedes Ешка на автомате 11 года, 14-350. Кожаный салон, кожаный мультируль, AMG коврики или AMG, диски AMG, AMG, MG. Ну, понятно, что цена такая, что не быстро он продаст. Ну, вот, собственно, и все. Находится это на Татнефть заправке возле Большого Евроопта на Радужной. Кому интересно, приезжайте, смотрите. С вами был просто Дима, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч.